なんか騒がしいけど、どういうことかな？Как-то шумновато, что происходит? Ну, на самом деле, похоже, что те люди, которых вы бросили под землей, на днище, они вернулись. Те ребята? Они что, пришли типа отомстить мне? Мне не нужны такие игрушки, как они, у которых я не могу украсть желание, отобрать желание. Помимо прочего, вы что, не можете с ними разобраться или как? Мы просим прощения. Вы такие бесполезные. Если вы не будете стараться упорнее, то мне придется избавиться от вас. Ну? Вы же разберетесь с ними, не так ли? Постараемся. Жду с нетерпением. Ай, какая она няшная. А ты удивил меня, Джокер-кун. Ну вот теперь я уже хочу тебя. А, что за? Что? Они опять заблокировали путь? Да, и помимо прочего, что там огромная толпа теней. Свань, какого черта здесь происходит? Мы так действительно не сможем теперь прорваться во дворе, в этот дворец снова, в замок. После всех неприятностей, что мы прошли, чтобы отключить эти прожектора. Похоже, из-за того, что мы шуму навели то тут, то там, Алиса сильно насторожилась, походу. Нави, мы можем что-либо с этим сделать? Это легко не будет. Сейчас я не могу ничего сделать. Если будем сидеть тут, нас быстро сейчас окружат. Джокер, что будем делать? Валим отсюда обратно в реальность. Прорвем оборону. Что же делать? Ну, валим. Как раз перерыв не помешает. Но ничего не поделаешь. Возвращаемся в реальность, придумаем план. Уже так поздно стало. В любом случае, что делаем будем? Нам что-то нужно придумать касательно той стены. Нет, в данный момент есть другая, более серьезная проблема. Я голодный. Да блин, сейчас и не об этом. Ты можешь быть немного серьезнее. Ай, нет. Я тоже проголодался сильно довольно. Ну тогда давайте сначала что-нибудь поедим. Думать на пустой желудок не особо хорошая идея. Вам нужно заведение, где поесть?
Сейчас я поищу. Сумай, София. Судени ватасино таргетто ва киматте иру. Прости, София, но, к сожалению, с нашей целью мы уже определились, думаю. Сожиро но карэ га табетай. Китто минна ни мо готсоу шите курере зо. Я хочу карри Соджиро. Я уверена, что он всех нас угостит. Хонто ка соре ва? Что, правда? Но, мастер ни амае суги ё. Ицумо готсоу нинаттеру нда кара. Да блин, да ладно вам, все, хватит. Мы и так слишком многого постоянно просим от хозяина, полагаемся на него. Он всегда нас угощает. Я сделаю это! Что? Ссора? Что то, что другое, да не все, да они просто издеваются надо мной. Тихо, шеф. Эй, вы, а ну вон с дороги. Это просто алкаш типичный. Че? Это что за детвора в такое время еще тут? Эй, ты. Сексуальная сестренка. Не хочешь сделать дядюшке приятно, а? Эй, а ну прекратите. Дед совсем охренел. Так. А ну отвали от нее. Я позову полицию. Ну, типа... Я твой соперник тут. Чё ты сказал, чё ты хочешь? Эй, ребят, полегче, не ведите себя настолько вызывающе. Что? А он сам первый начал. Эх, вы сраные детвора. Да я сейчас вам преподам урок манер. Хватит. Так, ладно, все, достаточно. А ты еще кто такой, блин? Ну, как бы мне это выразить? Я союзник справедливости, который, ну, типа мимо проходил. Это что еще за парень? Очень подозрительно выглядит. Чё это за еще союзник справедливости? Да пошел ты нахер! Ты внезапно упал так самостоятельно. Чё случилось? Да не, то скорее кое-кто просто избил его, что он не смог ответить даже. Не-не-не-не-не, я думаю, вы должны признать, что это была просто самооборона. Ты еще кто такой, блин? Еще полицию позову. Я есть полиция. Если понял, быстро вали домой отсюда, дружку. А, полиция? Прошу прощения. Эй, а ну стоять! Этого парня не бросай тут! Ну что за бессердечный? Ну, полагаю, что скоро он сам проснется. О, девочки, остальные, вы в порядке? Так, ты нас спас. Все в порядке. А ты точно полицейский? Разве я только что не показывал значок? Я просто полицейский, который не носит униформы. Оно тако. Осрак коанда.
Будь осторожен, Валер. Этот парень, он скорее всего из общественной безопасности. Какой догадливый. Ну, я думаю, это вполне нормально знать, учитывая, что ты сам должен понимать, что под наблюдением постоянно. Помимо прочего, кстати, вы заметили, что тут есть еще один человек? Дурак, ты что творишь? Ой, прости. Слушай, не можешь позаботиться об этом пьянице? Че? Что, черт возьми, это за парень вообще? Уровень подозрения выросло на 200%. Ну и что общественной безопасности от нас нужно? Ой, да ладно, не нужно так пугаться. Ну, просто есть несколько обстоятельств. Монти и Валера, я бы хотел бы с тобой серьезно кое о чем поговорить. Почему бы нам не сделать это за чашкой кофе? Ну, помимо прочего, он в том заведении. Тут недалеко еще карри хорошее подает. Нет, они не проходили мимо. Они всегда наблюдали за нами. Ну, как мы видели еще в концовке пятой. Наслаждайтесь. Прошу прощения, но мы не любим полицию просто. Слушай, можешь не говорить эти слова так, с такой улыбкой на лице? Ну, так что полиции нужно от нас? Если вам что-то нужно, давайте поспешите и скажите это уже. Ладно, перейду сразу к сути. Не буду ходить вокруг да около. Меня зовут Хасегава Зенкичи. Так, это уже немного сложнее. Так, я переведенный следователь, что в данный момент находится в Бюро общественной безопасности Токийского государственного управления полиции. Мое звание — помощник инспектора. Довольно уважаемую позицию, скажем так, я занимаю. Помощник инспектора. Я запомню. А нет, помощник инспектора, уважаемая, я запомню. Уважаемое положение. Это откуда голос был? Ладно, не важно. Слушай, Монти, у меня есть к тебе вопрос. Ты знаешь об общественной суете и разговоров, которые сейчас происходят из-за недавнего признания в сторону Алисы Хираги, или Хираги Алисы, со стороны одного ведущего телепередачи? Да, знаю. Я там был. Никогда не слышал об этом. Ну, я там даже был. Стоит вызывать подозрения. Ты обычно не выкладываешь вот все так на чистоту. А ты честный, оказывается, у нас. Ну, собственно, по этой причине мы занялись кое-каким расследованием. Этот ведущий ранее не проявлял никаких
никакого проблемного поведения или психического расстройства. И не казалось бы, как будто он имел какие-либо особые чувства по отношению к Алисе тоже. Явасета жёсэй МС то сэншю коньякшита бакари датта рассиши на. Сомо-сомо доуки га най. Помимо прочего, этот ведущий, похоже, был помолвлен с его... Точнее, нет. С ведущей, которая являлась его партнершей. Поэтому шел. Так что у него вообще не было никаких мотивов поступать так. Да, кесацуа има, коукангайтеру вакеда. И вот что думает полиция в данный момент. Кокоро но кайтодан ниёру кайшин джикен нан джанай ка тэ на. Что скорее всего это изменение сердца, что сделали фантомные воры сердец. Кайшин джикен тэ? Случай изменений... Изменение сердца? Да ну. Кёнэн, ёкунита джикен га таксан окита ё на. Джинкак но хёхэн, ижоу кодо, сэйшин боусу. Очень много подобных случаев происходило в предыдущем году, не так ли? Изменение личности, странное поведение, короче, люди становились овощами и психически... Ну, короче, случались у них случаи психических срывов. Кайшин джикен то нареба, ёгиша но хитто ва омае да. И учитывая, что подозрения пали на изменение сердец, само собой, лидер фантомных воров, прямой подозреваемый. Кокоро но кайтодан но лидер. Этот лидер фантомных воров, Монти Валера. Срика самин джуцка вакаран га, телебикёк ни тайсыру ильёк гёму бугай тэ току да на. Мы не знаем, было использовано тут какие-то препараты или гипноз, однако факт остается фактом, что это сорвало надлежащую работу ТВ-студии и вызвало переполох. Если все так продолжится, то очень скоро, возможно, тебя арестуют. Почему? Что за глупости? Доказательств нет никаких. Взагечай найга. Шоуку амаданай. Дакара ханаши о кикини китан дайо. Я не шучу тут. Как бы да, доказательств нету. По этой причине я пришел сюда поговорить с тобой. Да? Бучаке доу нан да? Ну так что происходит? А? Ханнин ва омае нано ка? Так ты преступник или как? Наваке не даро! Че подобного? Что за необоснованные обвинения? Нет, это не так. Да на, ма, оре мо со омотте та ва. Ну, дай. Я тоже так подумал. Чотто матте ро. Подождите секунду. А, моши-моши, канри-кан? Да, алло, комиссар? Кайтодан но лидер то иссё нан десу. Да, в данный момент я нахожусь прямо перед лидером фантомных воров. Кита токоро, ханнин джа най со десу ё. Э? Исходя из того, что я тут услышал, он не является преступником. Да. Джодан? Я-я, итатте оумажимеде. Что? Шутка? Не-не, я очень серьезен сейчас. Икара кайре. Вакаримашита. Вы хотите, чтобы я вернулся? Хорошо, я понял. Скоро вернусь. Ну, как видите, я пытался убедить шефа во всем, но... Но похоже, что она ни на чуть не верит, что ты не имеешь никакого отношения и не можешь быть преступником. Стоп, этот звонок только что... Серьезно? Ябе,
何なんだこいつ。Блин. Ну, черт возьми, эти ребята вообще. 結局、何が言いたいのかしら。Ну и в конечном итоге, к чему ты клонишь? Что ты, точнее, к чему вы клоните? Что хотите сказать? いくら冤罪だと主張しても、お構いなしに逮捕する連中がいるってことだよ。Неважно, сколько бы вы ни заявляли, что это ложное обвинение, все равно есть люди, которые вас арестуют, дважды не подумав. Если это случится, у вас будут проблемы. А у меня тут как раз тоже проблема в том, чтобы разобраться с этим делом. Поэтому вот мое предложение. Почему нам не заключить сделку? Сделку? Я хочу решить проблему. Для этого мне нужно узнать информацию. Я хочу разобраться с этим делом и закрыть его как следует. А для этого мне понадобится информация, которой вы обладаете. Но решение итогов пока не понятно. Бутчаге, коматтеру. На данный момент у меня нету никаких зацепок, которые могли бы помочь мне решить это дело. И, честно говоря, у меня действительно сейчас серьезные проблемы. А вы не хотите, чтобы вас арестовали? Я могу сделать так, чтобы полиция вас не трогала. Любой организации своих послушает. Так что мне довольно много власти, я много могу сделать. Вы не думаете, что мы можем помочь друг другу? Это очень подозрительно все кажется. Мы не верим общественной безопасности. Неплохое предложение. Соря, о тагай сама даро. Вас это тоже касается. Омай митай на аяши яро но ю кото ва кантан ни синьо декине на. Мы ни за что не можем взять и довериться такому подозрительному парню, как ты. Но ару такава цуме о какусу тте ю даро. Оре мо соу ю кучи да кара ю. Знаете, как говорится? Умный ястреб всегда прячет свои когти. Я делаю это, потому что я добрый человек. Люди обычно про самих себя такие слова не говорят. Что думаешь, Валер? Думаю, стоит это обдумать как следует. И доверять ли этому парню или нет, тоже не факт, что стоит. Знаете, у вас тут довольно много мяукает эта кошка. Не. Это не обязательно отвечать. Ну, не обязательно отвечать прямо сейчас. Можете обдумать хорошенько и дать мне знать чуть позже. Надеюсь на хороший ответ, фантомный ворон. Ну что ж, хозяин, я как-нибудь снова зайду отведать вас вашего карри. Прости, но мы все закончили. Для таких, как ты, в частности. Вот это жестко. Что, черт возьми, с этим парнем? Все, что он сказал, это безумие какое-то. Действительно похож на человека, у которого не хватает несколько винтиков. Хасегава Дзенкичи. Намае то нияте наса суги да. Хасегава Дзенкичи. Его имя не особо подходит его образу. Да, но если то, что он сказал, правда,
気で逮捕されちゃうってことか。его серьезно арестуют? くそ、何が取引だよ。ただの脅しじゃねえか。Черт, да что это за чертова сделка еще? Это не что иное, как просто угроза. でも、問答無用で逮捕されるよりはマシよ。罠かもしれないけど、情報がないよりはね。Но это намного лучше, чтобы тебя просто взяли и арестовали без разбора. Возможно, это и ловушка, но по крайней мере мы проинформированы. А, 警察が動いてるって分かっただけでも、あの刑事と話した価値はある。Да, хоть мы просто узнали о том, что полиция, ну скажем так, начали мобилизироваться, готовиться что-то сделать, предпринять. Стоило поговорить с этим детективом. Мондайва. Следователем. Ано кейджи га доку маде синьо декиру ка тте кото да га. Вопрос лишь заключается в том, насколько сильно мы можем довериться этому следователю. Я ему не доверяю ни на чуть. Но думаю, сделка стоит риска. Мы можем попытаться использовать его в наших целях. Никиминай на омайва. Дага, синчо ни кангайо. А ты проницательный. Но давай обдумаем все более тщательно. Да, Омайра. Конда нани шидега штанда. Ну и что вы в этот раз натворили, а? Ничего. Содзиро, тебе не нужно беспокоиться. Аристиатс но кото дару. Все из-за этой Алисы, да? Ано кокуяк саги га... Вас подозревают в том, что вы имеете какое-то отношение к этому беспорядку, что учинило признание на днях. Или что-то подобное, да? Да, но это ложное обвинение. Во всем виновата эта Алиса лишь. Простите, хозяин. Мы опять заставили вас беспокоиться. Омайра варгу нен дару. Но вы-то ничего плохого не сделали. Даттара додо то штеру. Нурегину ва дживен тачи де харасшина. Тогда расслабьтесь. Не уверен, что вы сможете очистить свое имя. Оси-сама. Господин. Госюзин но ю тори да на. Хозяин прав. Нани га аттара. Ицдемо кёрёку ва суру кара ё. Что бы ни случилось, я всегда помогу, знаете. Аригато, Содзиро. Спасибо, Содзиро. Ну, Содзиро, мужик. Мазва, Алису но кото нантока шио. Кейджи но кен ва соно ато да. Сперва нам нужно что-то сделать касательно этой Алисы. Но потом уже побеспокоимся об этом следователи. Алиса га синдзицу катареба, вагахай тачи эно утагай мо хареру. Если Алиса расскажет правду, то подозрения с нас будут сняты. Сокка, соштара торихки тока иранай мон не. Какие наивные. Верно, и тогда нам не придется заключать никакую сделку. Шикаши, канзин но Алиса но широ ни ва, коно мама дева цикадзуке най со. Однако, самая важная проблема у нас в данный момент, это то, что мы не можем никак подойти к дворцу, к замку Алисы. Да. Та стена является проблемой. У вас какие-то проблемы? Я помогу. Но мы пытаемся придумать какой-то способ открыть ту перегородку, что нам мешает пройти дальше. Для меня это тоже будет сложно.
А что насчет взлом... навыков взлома у Табы? Ну, если был терминал, который связан с этой стеной, тогда я, возможно, смогла бы что-то сделать, но... терминал? Если бы, если тебе нужна панель управления, то как раз возле барьера была одна. Нани? Мазика? Что, серьезно? Я помню ее, потому что мы проходили мимо баранья. Так что нет никакой ошибки. Накото ёку обоэтэта на. Сасуга ай де угойтэру даке арзе. Ух. Ты помнишь нечто подобное? Как я ожидалось от сильного AI. Опять он произнес AI как ай, любовь. AI да. ИИ. Я буду для краткости использовать ИИ, само собой, искусственный интеллект. Мата фуэта ну ка. Вы-то с кем говорите-то? У вас что, очередное пополнение, что ли? Это твое воображение, Содзиро. Так, хитоно мисео нэзиро ни шимай ягатте. О, господи. Взяли и превратили заведение мое тут в базу свою. Оре а бочи-бочи каэру гара йо. Додзимари ва танон дазе. Ладно, я домой. Полагаюсь на тебя, чтобы ты тут все закрыл потом. Аммари осоку маде ярун джа не зо. Не засиживайтесь тут допоздна, хорошо? Лазо! Поняла. Прошу прощения за то, что мы опять пользуемся этим местом. Спокойной ночи. На, ходо-ходо не на. Ну, смотреть не переборщите. Ой, да ладно, Салар, не нужно ему. И у него и так беспокойств много. Так. Проблема заключается в том, как мы сделаем так, чтобы Футаба смогла подойти к той панели управления у стены. Может быть, она... вместе с несколькими людьми сможет, ну, как-то забраться на стену и подойти к панели. Она типа с другой стороны, если что. Сачирайт маатташина. Но нас враги быстро окружают и не дадут пройти. Помимо прочего, там были прожектора еще. Дарека га отори ни демо натте. Значит, нам нужно кто-то, кто будет выступать в качестве приманки для того, чтобы сделать брешь в безопасности. Тот, кто сможет сыграть роль приманки, это довольно опасно будет, но... Приманка, приманка. Вы почувствовали пристальный взгляд всех, что устремился на вас. Нам не привыкать, ребят. Ладно, я понял. Или оставьте это на меня. Я не хочу этого делать. Эх, ладно, оставьте это на меня. Как я ожидался тебе, Валер. Я верил в то, что ты скажешь подобное. Пошуми там знатно и привлеки внимание всех врагов. Но тем не менее, это будет довольно опасно, если он пойдет в одиночку, так что нужно кого-то отправить... будет поддерживать его.
Я подержу его. Я возьму первую волну врагов на себя и отведу ее прочь. Тем самым я облегчу бремя Валера. Так, ты сильно поможешь. Смотри, не переусердствуй. И я сам справлюсь. Вдвоем лучше, чем в одиночку. Валер. Хорошо, тогда с планом мы определились. Теперь нам нужно разделиться на команды. А, чё, всё? Мы обсудили детали задания и разделились. Окей. Значит, полчаса текста, как они будут разделяться, мы не почитаем, да? В аду убрали. Ига? В этой операции ты являешься ключевой фигурой. Нужно приготовиться как следует и пойти в тюрьму. Так что смотри, чтобы ты был готов, чтобы тебя не загнали в угол. Окей, значит, готовимся и за дело, ребят. Так, ну а что там готовиться? Пойти закупиться чем-нибудь, но... Погнали за дело сразу. Закупимся в магазине у Софии. Весь текст ушел в туториал. Не, ну как бы диалоги плюс-минус такие же детальные, как всегда. Но, как я говорил, после Кисеки я не вижу воды в персоне вообще. Потому что там столько воды было, что после этого как бы ты уже нигде такого не видишь. Такого количества. Ну тут как бы окей. Броньки и оружие, скорее всего, обновляться уже будут по мере прохождения глав. Арк. Кидон 60%. Так, стоп, а это ему не нужно? Нафига усыпление? Кстати, интересное описание. Смогу ли я работать 300 часов без устали? Это напиток, который, скажем так, стимулирует ваши мозги и помогает снять промывку мозгов, так сказать. 300 часов. Учитывая, что мы Persona Royale за 300 прошли. Так. Ну, это да. Снимает сонность. Как-ка. Так, ну хорошо, отлично. Так, тогда 2 минуты перерыва и погнали.